Сегодня в Ставрополе завершается региональный этап конкурса «Солдатский конверт». В 13 часов на сцене Дворца культуры и спорта начнется гала-концерт. А прямо сейчас в молодежном пространстве «Лофт» награждают лауреатов и победителей конкурса. Мой коллега Антон Киевский сейчас на месте событий. Антон, тебе слово. Добрый день, коллеги, добрый день, уважаемые телезрители. Наша съемочная группа сейчас находится в Ставропольском дворце культуры и спорта в городе Ставрополе. А именно мы находимся в молодежном пространстве «Лофт», где в данный момент происходит награждение лауреатов и победителей городского и краевого этапов фестиваля конкурса «Солдатский конверт 2019». Чуть позже, в час дня, в концертном зале Дворца культуры и спорта пройдет большой гала-концерт с лучшими номерами. Гала-концерт конкурса «Солдатский конверт 2019». Ну а сейчас мы немного поговорим все-таки об этом конкурсе. Рядом со мной заместитель министра культуры Ставропольского края Павлова Людмила Николаевна. Прошу прощения, Галина Николаевна. Конкурс проходит 26-й год подряд, уже 26 лет. Взрослый парень, можно сказать. А для Ставропольского края, вот для жителей, для участников, какую культурную составляющую он несет и действительно ли он настолько важен? Ну, конечно же, он очень важен для нашего края, потому что это, можно сказать, такое большое патриотическое движение. Если он начинался в 1994 году просто с праздника, скажем так, армейской песни, да, то теперь в него вовлечены и школьники, и студенчество, и работающая молодежь. И, конечно же, когда ребята обращаются к нашим известным песням или малоизвестным песням патриотической направленности, гражданской направленности, это же очень здорово. Значит, у нас поколение, скажем так, патриотов есть, растет и будет всегда. Поэтому это еще, понимаете, такой очень важный проект в рамках общей краевой акции, посвященный предстоящему Дню Победы, 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому, конечно же, этот конкурс нужно всячески поддерживать, мы его ежегодно поддерживаем. Ребята себя ищут, проявляют. Это очень здорово и правильно. Спасибо вам большое. Еще напоследок один вопрос все-таки. Есть ли у вас любимая патриотическая песня? Знаете, их очень много. Они в основном, наверное, такие известные песни, наверное, периода Великой Отечественной войны, потому что они особенно трогают. И «Темная ночь», и «В землянке», и много-много очень таких песен, и «Огонек», и «Синий платочек». Ребята их поют, и это очень замечательно. Спасибо большое. Будем надеяться, что таких песен у нас действительно будет как можно больше с каждым годом появляться. Да, очень хочется еще верить в то, что и надеяться, что появятся еще авторские песни наших ставропольских ребят, школьников, молодежи. Чтобы свои писали. Спасибо. Спасибо. Друзья, помимо того, что сегодня здесь награждают участников конкурса «Солдатский конверт», также здесь еще сегодня отмечают военно-патриотические организации края, поисковые спасательные отряды также получат свои награды. А мы пообщаемся еще с одним человеком. Это член жюри конкурса «Солдатский конверт 2019». Уже 19, да? Наш гость, его, я думаю, многие узнали. Это Дмитрий Донецкий, заместитель министра образования Ставропольского края. Дмитрий, ну, вы были членом жюри нынешнего конкурса. На что все-таки жюри больше обращает внимание? На сам вокал или на репертуар? Здесь, наверное, стоит смотреть на гармонию. То есть, когда есть песня, подходящая исполнителю, есть вокальные данные, ну и, собственно, и образ человека, который на сцене представляет ту или иную песню, здесь все в комплексе. Вот, безусловно, мы обращали внимание на то, что некоторые ребята очень волновались вчера во время конкурсных
этих отборов. Но хочу сказать, что сегодня будет гала-концерт. Мне кажется, это будет очень эмоциональное, интересное мероприятие, на которое следует посмотреть. А сложно было отбирать номера в гала-концерт? Вы знаете, я некомпетентный профессионал в части суждения того, насколько грамотно ребята вокальными данными могут исполнять ту или иную песню. Но когда мы с жюри подводили итоги, то примерно у нас баллы были одинаковы. Были там некоторые расхождения, но в целом одинаковые. Насколько сложно? Достаточно сложно, потому что тот репертуар, который ребята привезли, он отличается от того, что было в прошлом году во многом, да, и вокальные данные ребят, и плюс то, насколько они серьезно подошли к исполнительскому своему этому на сцене нахождению, да, то есть здесь достаточно очень серьезно было. А есть замечает ли жюри какую-то разницу между участниками из разных населенных пунктов, из разных районов? Ну, скажем, в Ставрополе предпочитают один репертуар, да, там в Буденновске, к примеру, что-то другое. Вы знаете, сейчас очень много песен о стране, о России, о мире, о дружбе, то есть военных песен становится тоже достаточно большое количество. Границы, скажем так, ввиду того, что есть интернет, они немножко у нас сглаживаются, да, то есть фактически репертуар везде один и тот же. Есть интересные новые песни, которые до этого мы не слышали, в принципе, даже я не слышал, когда мы вчера смотрели. Вот, поэтому здесь как-то выделять, кто из какого района какую песню принес, есть самородки, есть народники, которые привозят действительно песни, которые, родились, собственно, в тех территориях, из которых приехали ребята. То есть в этом отношении, конечно, солдатский конверт нам открывает глаза, да, жюри на новые песни, дает ребятам возможность представить то творчество, которое зарождалось в тех или иных районах. Из других регионов приехали ребята, есть авторские песни. То есть здесь тоже солдатский конверт достаточно активно развивает вот это движение. И когда сверстник передает сверстнику чувства, эмоции, любви о родине, к своей малой родине в том числе, здесь солдатский конверт очень сильно способствует тому, что ребята развиваются, в том числе любят свою родину посредством творчества. Сегодня мы узнаем тех, кто будет представлять Ставропольский край, да, на федеральном уровне, уже в финале конкурса «Солдатский конверт» на российском. Достойны это будут люди? Если рассматривать по уровню подготовки, есть из ребята, которые приехали из других регионов, достаточно сильные, но наши ничем не уступают. Вчера вот об одной из номинаций мы достаточно долго дискутировали на тему того, кому отдать предпочтение. Вот. Но поскольку мы край гостеприимный, да, я думаю, что в рамках гала-концерта все в этом убедятся еще раз. Вот. Безусловно, конечно, мы отдавали предпочтение гостям из других регионов, тем более, что это не просто участники, это победители аналогичных конкурсов других регионов. Ну и напоследок, есть ли у вас своя любимая патриотическая песня или песни, может быть, несколько? В этом году у нас 75 лет освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Вчера я услышал песню в исполнении одной из конкурсанток. Сегодня она будет звучать в рамках гала-концерта. Знаете, она мне очень понравилась, потому что она соответствует тематике, по крайней мере, этого времени, да, в котором мы сейчас находимся, 75 лет назад. Вот. И она достаточно эмоциональная, серьезная. И девушка, когда ее исполняла, вот, она вложила в нее очень много эмоций. Я думаю, что те, кто сегодня будут смотреть гала-концерт, они убедятся в том, что действительно это очень хорошая песня, которая напоминает о прошлом и не дает нам забыть те события. Спасибо большое. Я думаю, что мы действительно услышим с удовольствием ее в гала-концерте. Дмитрий Донецкий, заместитель министра образования Ставропольского края. Ну а для вас, дорогие друзья, я еще раз напомню, что сегодня завершается региональный городской этап конкурса «Солдатский конверт 2019. В час дня во Дворце культуры и спорта в концертном зале начнется большой гала-концерт, который вы, зрители своего ТВ, сможете увидеть в прямом эфире на нашем канале. Коллеги, на этом пока у меня все. Передаю слово в студию.